Всем привет! Вы на канале Садовые дела, меня зовут Алексей, и в этом видео я хочу вам показать и рассказать, как я сделал термобокс для проращивания семян и выращивания рассады в домашних условиях из подручных материалов. Изначально этот бокс я хотел сделать из фанеры, но потом вспомнил, что у меня в гараже лежат щиты от старой советской стенки. Поэтому я недолго думал, принес их домой и взялся за дело. Внутренние габариты я задумал 80 на 60 на 40 сантиметров, внешние вы видите на фото. Далее я распилил щиты на части нужных мне размеров и собрал ящик. А для того, чтобы он не пострадал от попадания влаги, я его загерметизировал пленкой, а все швы проклеил скотчем. Далее, по моему плану, нужно закрепить пенофол. Я это сделал при помощи двустороннего скотча. А сверху на две петли закрепил крышку. И вот уже мой бокс для проращивания семян и выращивания рассады практически готов. Осталось его дополнить подсветкой. Температура в боксе держится 22 градуса, что является оптимальным для выращивания рассады. Ну и подведу итог по своим затратам. Пленка 80 рублей, пенофол 200 рублей, две лампы 1600 рублей, подогрев корней 800 рублей, петли 30 рублей, колесики 200 рублей. Все остальное у меня было. Того я затратил 2910 рублей. Если вам было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Садовые дела. С вами был Алексей. Увидимся!